Здравствуйте! Сегодня мы с вами вспомним наше пройденное движение и выполним комплекс упражнений, направленные на укрепление нашего верха, на укрепление мышц живота и мышц спины. Ну что, начнем? Далее вспоминаем наше плие по первой, второй, четвертой. Помним, да, что мы стоим полубоком и пятой позиции, а также растяжка. Для этого нам понадобится кубик, но вы можете взять книжку, либо бутылку с водой, либо что-нибудь другое, что вам будет удобно. Первая позиция. Живот в себя подобрали, хвост сжали наверх, подтягиваемся. Все пальцы на полу. Первая позиция. Спина остается прямой, живот не выпячиваем. Третья позиция и наклон точно в сторону. Гран-плие. Пятки отрываются, ноги вывернуты. Нажали, выросли. Жали. Вторая. Колени толкаем в сторону. Пятки здесь мы не отрываем. До параллели с полом. Хвост подобрали. И четвертое. Готовы. Мускулы ноги. Шире сверху лопатками. Колени дожимаем, живот спрятали. И с другой ноги. Далее у нас идет упражнение на пресс. Вспоминаем, ложимся на спину, живот подтянули, поясница полностью прижата к полу, ноги дотянуты, пальцы дотянуты. И раз, сели. Два. Вытянулись наверх. Живот прячем. И круглой спиной от поясницы. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Повторяем 8 раз данное движение. Затем садимся. Разворот плеча и рука одновременно с плечами вытягивается в сторону. Положение аленджия. Вытянутая рука. Пам. Первая. Легли. Раз.
два разворот, первая, легли. Через низ укатится. Упражнение на спину. Ложимся на живот. Пятки вместе, ягодицы сжаты. Подталкиваем их вперед. Лоб у нас смотрит, нос смотрит в пол. Голову не ломаем, шею не ломаем, голову не запрокидываем. Руки сзади замочек. И раз наверх, руками себе, туда наверх себя подтягиваем. Два. Ноги сильные, помогаем себе держать себя ягодичными мышцами. Далее опять упражнение на пресс. Кубик или ваш предмет кладем между пятками, ноги, как всегда, сильно натянуты. Ложимся и ладошки подкладываем себе под ягодицы. Четыре подъема прямыми ногами. Здесь особенно следим, чтобы поясница не отрывалась от пола, была плотно прижата. Раз. Два. Три. Четыре. Поставили. И дальше по очереди немножко плечи приподнимаем, по очереди выпрямляем ногу. Раз, на пол ее не кладем. Два, три, четыре, пять. Живот подтягиваем. Шесть и семь и восемь. Давайте вместе. Последнее движение в нашем сегодняшнем занятии, также на спину. Ложимся на живот. Локти рядом с собой. Плечи к ушам не задираем, шея длинная. Плечи уводим
назад. Ноги стараемся держать в первой позиции. Поясницу подкрутили вперед, попу наверх не торчит. Делаем правый наверх, прямые ноги, левый наверх и вместе. Раз, сколько можем, два. И опять раз, одна нога, две. Постараемся сделать 8 раз. Раз. Два. Три. Четыре. Верхнюю часть я стараюсь вообще не напрягать. Работает у меня только низ. Колени дотянуты. Семь. Восемь. Молодцы. На этом наше занятие закончилось.